Здравствуйте, уважаемые друзья! Это видео посвящено всем выжившим после апокалипсиса, вызванного пандемией коронавируса и психоза с ними связанного. После этого мы уже больше не будем прежними. По некоторым непроверенным данным, переболевшие коронавирусом могут получить осложнения, связанные с мозговой деятельностью. Очень жаль, так как им переболели и некоторые чиновники, от которых иногда пока зависит наш уклад жизни. Но, возможно, нам повезет, и мы не встретимся с ними. Вот и продолжается временами погожее лето 2020 года. Эти теплые погожие деньки, что нам выделяет ЦП Фобос, лучше провести в парке на гироколесе, под хорошую музыку и в отличной компании. Я не переболел коронавирусом, как ни старался, но почему-то решил, что пора уже не только ездить спиной вперед, но и прыгать тоже. Сразу хочу сказать, что не рекомендую это делать всем тем, кто неадекватно оценит свои психофизиологические возможности, а также не знает, что такое гироколесо и как на нем ездить спиной вперед. Тем не менее, раз уж вы на моем канале, то поделюсь своими ощущениями от прыжков спиной вперед. Концентрированный адреналин, спрессованный в секунды полета. В общем, не стоит пробовать. Опасность черепно-мозговой травмы возрастает многократно. Но если сперва научиться ездить на гироколесе, потом прыгать на гироколесе через три и более ступенек. Далее научиться ездить спиной вперед на гироколесе, то тогда можно, крепко сжав колесо ногами, набрав достаточную скорость задним ходом для перелета ступеней и при вертикальном положении, чуть подав корпус против движения, спружинив ногами, подпрыгнуть и перелететь ступеньки, приземлившись на колесе. Вот и все. Спасибо за внимание.
love was love, and I was too blind.